О, как я говорила, когда солнце и светло, света нет. Когда темно, ой, когда солнце и светло, лампочка горит. Когда ночь, ничего абсолютно не видно, то, блин, я что, буду ждать лифт еще? Я не буду ждать. Я не люблю догонять. Почему-то он в темноте вообще не фокусируется. Мой телефончик. Странно. Не знаю, что у меня происходит с телефоном. В общем, я загрузила предыдущее видео. Оно, во-первых, загружалось с третьего или четвертого раза. Во-вторых... Добрый вечер, мои любимые. Добрый, прекрасный питерский вечер. Во-вторых, оно... загрузилась не полностью, там третья часть видео не загрузилась, вернее загрузилась на Дзен, Яндекс Дзен, а на YouTube не загрузилась. Так что не знаю, что это такое происходит. На улице у нас вот такая красота, мои любимые, смотрите, какое небо, ныли. По-арабски называется ныли. Я спрашивала, почему ныли, что значит, они говорят, ну как Нил, река такая есть. Я говорю, да я знаю, что такая река есть. Ныли, это круто. Смотрите, какой абажурчик. Чудесный. Вот. Так что не знаю, я теперь снимаю. И реально вообще не в курсе, что будет с этим видео, которое вот сейчас прямо снимаю для вас. Оно может не загрузиться, оно может непонятно что сделаться. Смотрите, какая парадная. 1894 год. Видите, какая старая. Вот тут старые-старые двери и очень толстое старое стекло. И тут тоже. А там даже есть над дверями, смотрите, что окошко. Это чтобы темно не было в парадной. Но там тоже, конечно, везде в парадной окошке. Пойдемте глянем. Смотрите, какие ступеньки. Вековые. А то и больше. Тут вот узенькие такие окошки, видите, здесь есть лифт и такие перила кованые. Здесь, видно, они уже поломались и поэтому сделали просто железные речки. А там еще такие прекрасные. Ладно, это видно свое. Еще то старое. Хотя, может быть, вот это вот добавили. Все тут такое кованое, перекованное. Двери старые, здесь новые. Парадная открыта, не знаю почему, то ли они проветривают. На батарее кипяток, а горячие. Ну, здесь всякая разная инфа. Всевозможно. У нас снег. Ладно. Идемте. Красавчик идет гулять. Какая у него курточка красивая. Так. Не успевает реально за мной телефон. Иногда не резко снимает. Все, что-то мне. Смешнючий вообще класс.
обожаю гулять вечером. Я заметила, что вам больше нравится вечером, потому что красиво там везде огни, все с подсветочкой. Вообще классно. Девушка вон спортом занимается, бегает. Здесь Таврик недалеко, Таврический сад. И туда все бегают. Помните? По Таврическому саду перепрыгиваю через ограду, а она за мной, по садовой, по сенной. Это Федорино горе, по-моему, если я не путаю. И спали, доносится на лет, из души уходит прочь тревога. Ах, мороз. Очень красиво. Просто обалденно на улице. Обожаю такой цвет неба с фонарями, с подсветкой домов. Все такое прям сказочное. Смотрела какой-то сериал вчера и позавчера, называется «Чужая кровь». Ну что, даже что-то в нем есть. Ну как сказать, он не пустая мелодрама, а что-то там даже есть живое. И Яндекс еду кому-то повезли. Красивый такой фонарик. Очень красивый. Мопсик. Еще там мне нравится. На втором этаже, не знаю, там тоже что-то есть. Не вижу отсюда. Ну, там понравились эти люстры. Вон какие, смотрите. Фу. Прям как большим театр. Чего я так люблю заглядывать? Лавочка. Можно посидеть на свежем воздухе. Очень полезно, кстати. Посижу и вы со мной. Сегодня мне Людмила написала комментарий на мое первое утреннее видео. Когда я просыпалась, там все это сверлило. Сверлили, стучали, не знаю чего. Она мне написала что-то. Я даже не дочитала комментарий. С грязными волосами. Что-то там, тра-та-та, не стыдно снимать такое. Себя там такую еще какую-то. Я такая, какая есть. Волосы не жирные, абсолютно чистые. Я их мою каждый день. Ну, просто когда я проснулась, в комнате очень жарко, я сплю под теплым одеялом. Они у меня были такие влажные, абсолютно не жирные, потому что я, повторюсь, каждый день принимаю душ. От головы до пят. Никогда в жизни я не принимала душ без головы. Я всегда моюсь. Не знаю, с самого детства так помню. Я помню, мне было лет 6, наверное, а может и меньше.
И бабушка меня хотела помыть, а воды горячей не было. Она нагрела в кастрюле, налила там в тазик и начала меня так с кружечки поливать мне на тельце. И я говорю: бабушка, а голову, бабуля? А она говорит: нет, внучечка, голову не надо, у комнаты холодно и так далее. Вот, я говорю: я не буду чистая, если ты мне голову не помоешь. Вот правда, у меня такое ощущение всегда, что если я приняла душ без волос, без головы, без ушей, без шеи, без лица, без всего, то я как будто бы и не мылась. Понимаете, нет ощущения чистоты, когда ты моешь. Это то же самое, что моешь руки, вот эти три пальца помыл, а два оставил. Я не могу так. И отдельно просто голову помыть, а самой не помыться. Вот. И что-то там кто-то тоже... Я сразу какие-то комментарии моментально удаляю. Кто-то там мне писал: о, каждый день ходит за салфетками. Еще раз повторяюсь. Я туалетной бумагой, салфетками не пользуюсь. Эти салфетки покупаю для подруги. Она художник, она пишет картины и вытирает кисти ими. Мы салфетками не пользуемся. Я точно. За подругу я не знаю, я не хожу за ней в туалет. Я даже когда хожу по-маленькому, всегда иду с бутылочкой и с полотенчиком в туалет. Набираю теплую водичку и иду по-маленькому, потом моюсь, потом иду. У меня нет, я не пользуюсь бумагой. Ни в Ливане не пользовалась. Никогда там война была, не пользовалась никакими салфетками. Когда не было воды, я немножечко в турке грела воды, добавляла в бутылочку, потом холодной. И так ходила в туалет. Всегда так хожу. С самого детства. Когда еще мне было 6 лет или 7, я мылась с бутылочкой сначала из-под кефира стеклянной, такой голубенькой немножко. Потом из-под молока. Вот. Бабушка считала, что я какая-то не такая. А мама любила меня всегда. Сейчас, я уверена, такой, какая я есть. Не знаю, откуда это приходит. Оттуда. Никто меня не учил. Кто-то там мне говорит. Я помню, когда познакомилась с подругой, с Анькой. Она живет на Васильевском острове. Она мне сказала: это ты что, у мусульман научилась? Смотрите, какая люстра красивая. Я ни у кого не училась, ни у каких мусульман. Я ехала когда в Ливан. Я уже так делала. И дочечку свою, малышку, все время, когда она ходила в туалет, я ее всегда мыла. У нас не было никаких ни салфеток, ни газеток, как это было в советское время. Я ко многим друзьям даже в школе приходила в гости и заходила в туалет, и у них в туалете воняло газета, а я вообще нюхач, нюхачка. Вот даже когда чистый туалет, а там газета, как будто ты где-то в деревне, и там у тебя на гвоздике наколота газета. Для меня это не чисто. Я всегда моюсь. Это я о том, что волосы у меня не бывают жирными. Даже если таковыми кажутся. Они могут быть мокрыми, они могут быть влажными, они могут быть в масле, потому что я на волосы кладу перед душем оливковое масло с лимоном. Вот. Грязными они не могут быть. И это я не оправдываюсь абсолютно. Мне пофиг, что там кто написал, потому что я просто забанила эту Людмилу. Людмилу мне не интересно это. Если было интересно, я бы начала с ней там что-то спорить или что-то написала бы ей в ответ. Вот. Я не оправдываюсь, а просто делюсь. Что-то же надо вам рассказывать, когда ходишь по такой красоте. Хотя по большому счету можно вообще молчать. Смотрите, сколько тут снега.
очень нравится этот дом. Наверное, он мой в каком-то из воплощений. Потому что я его так чувствую. Как будто я 100 раз тут была. Именно внутри как-то энергетически какое-то тепло от него идет. Не знаю, как объяснить. Он, кстати, совсем недавно продавался, по-моему, то ли за 200 миллионов, то ли что-то около того. А сейчас я не в курсе, купили его или нет. Вообще не в курсе, может он продался государству, может быть, еще куда, не знаю. Вообще не в курсе, правда, моя любимая. Не буду болтать. Но раньше я читала, что он выставлен на продажу. Сейчас не знаю. Вот тут какая-то афиша. Март 2022 года. Весенний концерт от Моцарта до Пьяццоллы. 4 числа 5-го. Концерт фортепиано 6-го. Воскресное чаепитие 7-го. Арт-бранч 8-го. Балет-бал Жизель. Возвращение в Париж 11-го. Концерт Малер, Шостакович или Малер, Шоссон или Шоссон, не знаю. Смотрите, какие тут ручки красивые. Что там еще, может, кому интересно? Тогда останавливайте. Хотя я не знаю, это на март. Если на март, тогда это все уже закончилось. Зачем я вам это все читаю? Это особняк Мясницкого. Культурное пространство. Ну вот, теперь мы знаем, чей это особняк. Значит, я была Мясницким, наверное. Он мне очень-очень нравится. А там, кстати, во дворе есть бассейн даже. Но это я все читала. Я не была тут внутри, по крайней мере. В ближайшие 50 лет не была. Может, когда раньше. Прикольно, очень нравится. Вот тут за забором есть бассейн. Но он, по-моему, не очень большой. Но красивый. Именно не фонтан, а бассейн. Вот я не могу понять, зачем в таком климате бассейн. Для кого? Может, он с обогревом? Не знаю. И никак не сфотографировать и не посмотреть. Я сейчас сюда схожу, посмотрю. Может, тут через ворота что видно. Хотя не факт. Там с той стороны видели такие резные ворота красивые? И с этой, по-моему, тоже. Сейчас глянем. Вот тут какие сугробы. А там какие арочные окна. Красотища. Вот этот такой свет мне светит целыми ночами в глаз. Значит, едем на Кавказ. Этот дом как будто к нему какая-то пристройка. Там колонны и такое все тоже резное. Не знаю, как будто здесь его... А тут тоже не знаю, что тут видно. Ух ты. Красота. Не знаю, я бассейна не вижу. Но там сказали, что есть бассейн. Тут какие-то машины с мусорными пакетами. Там просто асфальт. В смысле дорога. Смотрите, какие ворота обалденные. Классные. Забор не знаю сколько метров. 4 метра, наверное. Не знаю. Тут подстанция своя личная к этому дворцу. Так что если перебои в городе со светом или там с чем-то, следы собачки ходили, то все будет замечательно. Не знаю, я там не вижу никакого бассейна. Хотя тут большое такое расстояние, что там может и бассейн где-то как его поместиться. Красиво, правда?
Ладно. Идемте, мои родные. Я уже наснимала кучу. Буду прощаться с вами, потому что боюсь, что снова у меня не загрузится все видео, а будет загружаться какими-то частями. Не знаю, может, какие-то там эти программы в телефоне. Я вообще не в курсе. Я чайник. Ну, постепенно учусь. Спасибо вам за то, что вы есть. Всем такой волнистый асфальт, я иду по нему спотыкаюсь. Спасибо вам за все. А главное, за то, что вы есть. Люблю вас, мои хорошие. Пока-пока.